while you're playing with the fish. Yeah. Okay. You see? Пошёл нахуй. Говорите по-русски. Как дела? Хорошо? Бля, бро, you know what it is. Здравствуйте, ребятушки, всем фингерхард. Короче, тема ролика такая. Нахожусь в Сосуа. Сосуа с девчонками, короче, напряг в том плане, что так вот взять и повстречаться, просто с кем-то там договориться и пойти на море бесплатно, там, по-дружески, то есть здесь таких понятий как бы нет. Город маленький, город туристический, это что-то типа Паттайи в Таиланде. Ну, либо как вариант, может быть, какого-то там Анхелис на Филиппинах, где я не был, но есть представление, что это может быть примерно то же самое. Вот. В данном случае я познакомился с девочкой. Она официантка. То есть даже с той же официанткой здесь познакомиться нелегко, потому что город очень маленький, тут всего там два ресторана. И в этих двух ресторанах, то есть не везде будут работать молодые прикольные девчонки. Соответственно, не везде будут работать те молодые прикольные девчонки, которые понравятся вам, а уж тем более, которым понравитесь вы. Но нравится или не нравится, у нас вопрос такой более второстепенный. Первостепенный вопрос — это просто, ребята, как бы подружиться, правильно? Элементарно сходить вместе как бы на море, покупаться, пообщаться, подружиться. И в принципе как-то в таком ключе, поэтому... То есть... Если сегодня удастся встретиться и как бы сходить на пляж, пообщаться, провести классное время, это будет, как бы, я считаю, успех, потому что в этом городе это, ребята, действительно будет, это будет считаться успех, да? Вот. Контент потенциально, не хочу спойлерить, не хочу загадывать, но может быть, как бы, веселым и прикольным, потому что я зацепил с собой GoPro, и первый раз в жизни хотел бы затестить свою собственную GoPro-шечку, как бы, да, именно в деле, непосредственно в бою, то есть под водой. И... Как бы девчонка никогда не делала снорклинг, а здесь прикольная вода. Я купил, короче, маску и очки. То есть я купил очки и, получается, эту трубку для плавания, да, там типа для снорклинга. Поэтому она говорит, я говорю, ты пробовала снорклинг? Она говорит, нет. Я говорю, а хочешь попробовать? Она говорит, хочу, но я боюсь. Я думаю, какая ты зайка, и хочу, и боюсь, думаю, какая интересная комбинация, но мне было бы интересно посмотреть, как можно бояться снорклинга. Поэтому есть подозрение, что контент может быть такой, как бы, да, бодренький, ребят. Зацените, ребята, пляж. Энджи, короче, опаздывает. Вот, ну, ничего. Ничего страшного. Сделаем сейчас как раз обзор пляжа, да, расположимся сами. Как говорится, сами с усами, ребят. Там он прикольный, кстати, есть такая скала, он классная нычка там в теньке, еще есть волейбольная сетка. Ну, мы пройдемся мимо людей, посмотрим на людей, себя покажем. А может где-то прямо здесь и высадимся, чтобы далеко не ходить. Посмотрите, как местные пацаны делают. Сидит девчонка или тетя, неважно. Подошел раз, там пару вопросиков. А ты с кем, а ты первый раз, а ты это, то да сё. Судя по тому, что шлепки по цвет купальника. Могу сказать, тетя русская. Вот, акцент я не слышу. Я слышу, как он разговаривает, как она ему отвечает, ребята. Ведь они в разные стороны. Поэтому не в курсе дела. Вот видно. Короче, Энджи уже опаздывает на 20 минут. Вот. Как бы это не было прискорбно, да, признавать. Короче, должна подтянуться скоро, пишет, что типа там в пути, но в пути, ребята, в пути, это может быть и соседняя деревня тоже в пути. То есть из одной деревни быть в пути в другую деревню, поэтому то есть, для меня ее слово в пути, собственно, как бы ни о чем не говорит, смысловой нагрузки какой-то такой, или как, знаете, такое объяснение, для меня это было объяснение, или непонятно. Вот, то есть абсолютно, что в пути, что не в пути, что мы встречаемся в это время, потом опаздываем там на полчаса. Я так, близко к сердцу слова в пути не воспринимаю. Короче, пока загораю, он расположился, как вы видите, на прикольной, короче, позиции. Короче, собственно, юзаем нашу подстилочку.
Ребята, зацените. Ее величество Энджи. Если я все правильно помню. Когда вот ее увидела. При этом сработает. Сказала, что работает на пляже. Шифроваться, увидит меня, не увидит, узнает, не узнает, кто так за телефоном прятался. Что-то купальника я не вижу, не могу понять, там какой-то такой наряд, там еще купальник присутствует, нет? Это будет интересно, что такие долгие какие-то споры, и в итоге купальника не будет. Это будет, конечно, нонсенс. Надеюсь, что купальник едет. Мне будет сейчас звонить, сейчас посмотрим, кто прервется, зачем мне звонит. Короче, Энджи полетела, получается, в кафе. Оставить, скинуть вон сумки там на лестнице. А пацаны... И? Пацаны мне лайкнули, короче. Пока Энджи ускакала, так со спины именно заценили, что ребята такое. Фу-фу-фу-фу-фу, лево-право, лево-право, короче, мне показывают. Нормально ходит. Да. Если вам нормальным образом, короче, продемонстрирую Энджи во всей ее красе. Вот, и мы, наверное, потихоньку погачим, короче, водичку. Искупнуться. Потому что водичка сегодня выглядит. Ну, видите, там поцелуи. Водичка выглядит нормально. What I have? Yeah? Look what I have. We can use it like under the water because this is a GoPro, you know? So while you are playing with the fish, you know? Wow. Oh my god. I forgot actually to tell you. Tu eres muy bonita. Ay, gracias. De nada. You know, like swimming and then like some fish playing with the fish. Yeah, nice? Sounds nice? Yeah? Exato, yes. Huh? Okay. So I will prepare the what is it called? Glasses, snorkeling in Paraty. Yeah? Okay. Oh. Yeah? Короче, вот такая у нас трубка будет, ребята. Одна на двоих. Много не надо. Okay. Hold it. This is yours. Okay. А, this is the glasses. Короче, вот такие очочки. Все купили по раздельности. Дешево, сердито, практично. А то там на рынке цены выговорили. Snorkeling. Snorkeling. Because of you. Because you've never done snorkeling, I want to introduce this type of sport for you. Do you know how to use this? I think. Okay. Короче, ребят, прикол, Энджи никогда не делала снорклинг. You've never done snorkeling, huh? So, are you scared? Never, yeah. I can actually can hear like your heartbeat, your corazón. Tu corazón es muy rápido. Está muy rápido ahora. Ahora. Sim, no? Okay. You see, you do it professionally, you know how to do it. Yes. Okay. Okay, so we need to tighten it up a little bit. Okay, I'm gonna help you. One moment. A little scared? Are you sure? How do you know? Сейчас попробую спеть. Может получится. Как шоколадный кофе, а я помню каждый их поцелуй. Мы просто любим, а на остальное нам пофиг. Главное, ты меня в своих рисунках рисуй. Вдыхай меня, пропитай ароматом. А я живу тобой, мне так нужна, ты слышь. Я с тобой был, может, и полным гадом. Но дорожу тобой, как дорожит сладкий малыш. Светолюбный звезды,
песни птиц до утра. Ты смотрела в глаза мои, считала слова. Ты не верила мне, но любила меня. Я оставил с тобой. Мне больше ничего не нужно, кроме твоего взгляда. Твои и мои чувства, ты меня так ранишь. Мое сердце не мишень, ты сама об этом знаешь. Плюс мои мысли давно уже твоими стали. В который раз забьешь, но мои нервы стали. И может прав был, когда хотел тебя бросить. Но я люблю, когда мы вместе, а не порезень. То, что было забыто, то, что было прошло. Половину себя тебе отдал под сердце. Ему так будет лучше под твоим нежным теплом. И если я замерзну, ты дашь мне согреться. Ты знаешь как, мне достаточно одних лишь слов. Я не забыл, я помню все твои касания, твой сладкий смех. И помню этот глупый укус, все мои слова и тебе признания. И наши с тобой безумные танцы в минус. Сейчас там Прабаханду дуру, короче, приобнял. Говорю, типа там, говорит, и работницы могут увидеть. Она говорит, нет, они, говорит, работают. Тяжело работают. Я говорю, ну ладно, раз тяжело работают, дальше не увидят. Но посмотрите, какие ребята здесь, люди нарядные. Do you have tattoos, no? Тату? Тату, como se fala? Ah, tatuar? Te gusta tatuar? Pero no tengo. Pero no tengo? I want a tattoo. Говорю, тебе нравятся татухи, да? Yeah? So what would you like to have? Я кавалеро. Я хочу, чтобы ты чувствовал комода. Комода conmigo. Entiendo? Sí, sí. Para mí eso es muy importante para mí. Importante. Говорит, ты не будешь сидеть? Я говорю, нет, я хочу, чтобы ты сидела вот так вот именно. Таким вот образом, yes. To sit properly, yeah, in the middle, en el centro. Sí. Говорю, чтобы сидела, говорю, как бы одна, кайфовала и чувствовала себя комфортно. Я говорю, я джентльмен. Ага. Такие дела, ребят. Вот, ребята, коллеги Энджи приготавливают романтический вечер для кого-то, для каких-то клиентов из ресторана. Is this restaurant expensive? Huh? Is this restaurant expensive? Little bit. Mm-hmm. How much does the coffee cost with the some coffee? Dessert? Coffee? El café. 80 pesos. It's not expensive. What about, do you have any desserts like chocolate? Yes, yeah? Ice cream, cheesecake, brownie. Qual is tus favorito? Cheesecake? Yes, uh-huh. Cheesecake. What about the coffee? Coffee is good. You like latte or Americano? Cappuccino. Cappuccino? Yeah, I like the cappuccino. Okay, have you ever heard about coffee Russiano? No? Basically the same thing, you know, like okay. Americano, small coffee. Uh-huh. Why is it called like Americano? There is nothing about America. Okay, coffee and you just make a coffee and somebody call it Americano. So you just make the same coffee, but you just call it Russiano. Yeah, the Americano, it's because they have water inside. It's a light coffee, uh-huh. You know? Yeah. It's not like a strong coffee. It's just American. Yeah. Americano. It's like more water than coffee. Because they probably use this instant coffee, you know, they put the powder and then put and the water. Lot of water. Yeah, sure. This is probably their kind of style. Mm-hmm. Yeah, you see, you know everything. Oh my God, so smart. Muy inteligente, sí, mas no solamente inteligente, mas listo, muy listo. Tú eres muy listo. Hey. Say hi to my friends.
Don't be shy. Pasiona hui. No, it's bad word, you know. No, no, no. What up, bro? You know what it is, JJ, ne? I understand? Do you understand? Ukraine, yeah, Ukraine, yeah. Ukraine? Обговорите по-русски. По-русски, я. Как дела? Как дела? Кеталь, ком эстас? Хорошо? Хорошо, muy bien. Yeah. Wow. Yeah, you see? Yeah. So how many languages do you speak? Eh? How many languages do you speak? Creole, French, Spanish, little English. Oh my God, enough. Yeah, so 10 of them, yeah? Wow. Yeah. ¿Te gustaría tomar un café? Ahora? Muy bien, sí. Быстрее? Vamos? Let's go. Видите, ребят, немножко просто такого внимания. Говорю, не хочешь кофейка, типа? Кофейка не хочешь? О, говорит, круто. Что? Пойдем сейчас кофейка немножко прибьем на закатике. На закате дня. Брауни with ice cream, вишма. Lemon pie, too? Ага. Yeah, brownie with the brownie complication. Ага. Окей. Can I have one brownie with the ice cream, please? Okay. Para ti una cheesecake and two coffee, yeah? Coffee com leche, por favor, okay? Oh my God. Yeah. Короче, ребят, смотрите, сюрприз поехал, короче. Будет делать сюрприз для девчонки. Сейчас посмотрим на реакцию. Exato. Короче. Yeah. Короче, хотим посмотреть сюрприз, для кого все-таки был организован. Вот. Yo estoy muy romántico también. Ah, yeah. Говорит, да, серьезно? Говорит, да, серьезно. Серьезно. Хотим посмотреть. Значит, вот такой расклад. Хотим увидеть реакцию. Реакцию человека. На это все. Вот, смотрите. Да там на руки надо брать и нести, она небольшая. Видите, ребят, отличие, как бы, да, джентльмена одного от другого, то есть. Как вы знаете, ребят, ваш покорный слуга как бы способен двоих девчонок взять на себя и как бы именно пойти даже по воде и по песку. А здесь, видите, один джентльмен не может как бы, да, управиться с одной миниатюрной девчонкой. Там смело надо брать ее на руки, короче, и именно нести. We need to help her. What I'm saying, like, hey, if you're... Видите, совсем миниатюренько. На одну баночку на левую взял ее и погнал именно. Смотрите, опять там чуть не упало. Там, короче, девчонка бедная на мучается. Yeah, so romantic, let's hug, let's hug each other. It's time to hug, Yeah, let's hug each other, yeah? So romantic. So cute. Ребят, пользуемся случаем, да? Сделаю такое. Видите, как говорится, сам Бог велел. Вот вам, ребята, и Сосуа, и сосуйские, как бы, да, романтические отношения, да, вот чем заканчивается отдых, ребята, в Сосуа. Так что имейте в виду. Еще прискакал, посмотрите, какой чудненький. Oh my God, so tasty, yummy and delicioso. See? Yeah, it's good. Good, yeah? Your favorite. Tus favorito. The first spoon is for you. Yeah. Yes, soy cavallero. Yeah? Delicioso? Okay. Really good. Another one. Thank you, it's really good. It's better than mine. Yeah? Mm. Exchange? Cambio? Okay. Vamos cambiar. Vamos a cambiar. Короче, только что Энджи рассказала прикол, говорит, типа, русские, говорит, как русские и украинцы едят десерт, типа, они сначала едят десерт, а потом, типа, едят еду? Я говорю, нет. Somebody told it to you, yeah? Who? Like Russian, Dominican, foreigner, American? Everybody say that. It is a fucking complete bullshit. Honestly, I swear. Ребят, вы знаете, да, как у нас, типа, не ешь сладкое, знаешь? Some like grandmother, you know, like папа, мама. Don't eat sweet, you know, you spoil your appetite. Eat the meal first.
You know, this is how we do. Nobody really? Eats the dessert before. No, no. I eat it now because I have like dinner like 10 p.m. That's why I eat dessert like 6, 7, yeah? Mm. Because my dinner is 3 or like 4 hours later. From Russian, come here, a family, yeah. And they order their ice cream first. Mm-hmm. Ice cream and no, small ice cream, it's dessert. Okay, it's not a problem, but okay. Yeah. If you like cakes, some cakes, and then like cocktails, after this you're full already, no. Okay. Yeah, because it's hot, because some people, they flew from like from Moscow, from Siberia, it's minus 20, you know? And then once all like, you can't eat ice cream when it's minus 20, it's too cold. Once you come here, you want to eat ice cream. Короче, да, ребят, видите, какой-то стереотип выработался. Я говорю, не-не-не, у нас типа едят нормальную еду, типа и десертики потом. Десертики, ням-нямки. A lot of cumpleaños, ребята, видите, уже, короче, второй день рождения сегодня. Люди празднуют. Будут задувать свечечку. Tu cumpleaños, vamos celebrar. Vamos a celebrar, si? Что, ребята, провел Энджи, получается, до публичного автобуса. У них получается вот такое серое такси, и они туда впятером запрыгивают, и это у них получается как типа как автобус. То есть ночью такая тема. То есть 5 человек, одно таксо. Что ты там рассказываешь? Снимаю сам себя, не что-то рассказывать. Короче, вот, ребят, поэтому. Нормально погуляли, провели время классно, поэтому на сегодня вот такой контент, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте ставить колокольчик, вот, чтобы не упускать контент. Всем хорошего дня и приятного настроения, пока-пока.